земля от света. Так, друзья, вышла уже четвертая серия. Настоящая развлекуха. С одной стороны аргументы, с другой стороны проклятие. Вот. Причем интересно, что аргументы садоводы-любители, а проклятие те, которые считают себя профессионалом. Вот. И лихорадочно ищут любые доводы, чтобы как-то, хоть как-то переломить ситуацию. Вот. Злоба. Вот. И вот после оскорбления моего сына я создал 4 небольшие серии, я их называю мини. Вот там, где, на мой взгляд, совет смертельный, опасный, ненужный, бесполезный, каторжный. Вот я тут же, теперь моя реакция. Пока не извинится. Ну, в общем, как видите, пока не извинилась. И вот у нее есть такой аргумент, да, есть такая Ольга Платонова, одна из, так сказать, больше всех мелькает на экране, целый федеральный канал. Называется «Бобер», где она очень неоднозначная личность. Ее фотогеничность, ее, так сказать, привлекательность, это соответствует со страшными агроприемами. Она не садовод. Можете посмотреть, она есть. Ее все данные есть. Но ей дают руки секаторы, говорят, режь. Если бы это как на человеке, это примерно как руки отрезать, ноги, глаза выколоть, уши отрезать. Примерно так. И вот, значит, Ольга нашла себе аргумент, зря она его нашла. Она подставила сейчас Платонова. Платонова я уже распял не раз. Вот. Но другое дело, что так уж получилось, что даже мои фильмы, а целые фильмы созданы, а вот там буквально она, я высек не ее, а телеканал, который имеет режиссера и имеет начальство, имеет еще и сценаристы, которые дают в руки секаторы, еще что-нибудь похуже, ядохимикаты, муравьев уничтожить. И вот получилось так, что она подставила. Я же должен реагировать теперь. Получается, слово за слово. Ну, такое, слово за словом, этим по столу. И пошли-поехали. Вот. Теперь мой черед. Она среагировала. Надо Ольге Платоновой дать ссылку на ваш вебинар. О, как вы меня испугали. Я-то на это и рассчитывал. Ну, хоть ваш. А вдруг она правду не видела? А? Где вы ее, вы смеете, и бобрихой называете? Не бобрихой, хуже называл. Я говорил, что это не... А что она играет роль не феи, а ведьма. Вот теперь цепляйте за слово ведьма. Потому что невозможно так в саду себя вести. Ну что, подставили ее? Получайте. Смотрим. Публикации СМИ. Здесь не только она. Я буду брать шире. Потому что я уже говорил не раз. Имя вам легион. Вот. Вы творите это зло. Вот. По вашим следам вот это вот делается. Понимаете? Страшно. Калечение бесконечно. На неполный год, на пару месяцев. Это идиотизм, это вы заполонили все эти самые. В данном случае Ольга и вы, и Платонова, которая умудрилась энциклопедию написать, представляете? Вот. Видите, что творите? Это кустарники. Так, ну, кусочки моей книги, это тоже, как она называется у меня тут, публикации СМИ. Поучитесь немножко. Вот. Это просто кому-то потом придет в голову взять и почитать. Вот. Вот это вот ваша. Только вы 40-50 сантиметров, вы мудры. Вот. К вам не пришьешь вот это. Это ваши последователи придумали, чтобы ходить не сгибаясь. Тут уже не 10-20 ран, как у вас, Ольга, а 40-50 ран. На смерть посадили. Осенняя посадка. Вот. Ну, что вы скажете на это? Ну, осудите хотя бы это. Скажите, вы что, ребята, я всего лишь учила калечить саженцы, а вы на смерть садите. Ну, хоть как-то. Вот они ваши штамбы долбанные, так это. Белорусы, чем лучше нас. А вот она, Ольга Платонова. Посмотрели? Ничего не поняли? Посадили куда? В яму? Она же провалится. Оля, та Оля и эта Оля. Ольга,
Исакова. Что бы там говорили, что все современное садят на эти, на эти. Это ж знаете какой год? Примерно прошлый или позапрошлый. С экрана снимал. Смотрите. Знаете, что они колдуют? Сказать? Сейчас увидите, только держите за стол. Она посадила деревья с листьями. Кстати, я все это из фильма Путину посылал, только это, а то вы все еще напугать меня хотите. Ух, пошлю я Платонова. Может, суд на меня подаст. Вот бы подала в суд, хоть бы вылезла эта история наружу. Чтобы журналисты были, чтобы меня штрафовали, но зато я потом бы гордился. Знаете, как я себе придумал, Ольга? И вот, я уже сказал своим родным, когда буду на том свете, вот, и мне все-таки у нас тут мраморные эти, хорошие делают эти мраморные памятники. Ну, рядом у нас Сен Мрамор, вот, с места рождения. И там должно быть написано дата рождения, дата смерти. И чуть ниже написано, как у волка Акелы. Славная была охота. Охота на невежество, охота на эту злобу. Меня считают злым, но не злюсь по отношению к деревьям. Любуйтесь, что тут за спектакль разыгрывают. Видели, нет? Вот сейчас любой человек поймет, что она обрекла дерево на смерть. Вот. Вы это не стучайте, а я с удовольствием. Я вас прошу, я требую. Пошлите в том, то, что раньше вы там хотели послать. Плюс вот это, пошлите Платоновой. Ну, ладно, это все с другой оперы. Вот. Я уже так пробегусь. 300 рублей, абрикос манжурский. Моя... Что вы там сказали? Опять же, получается так, Оля. Вы же не ведаете, что творите. Вот он жалуется, что его фотографии присылают. Скажите, это нормально? Когда человек берет, вот это моя линейка, даже вы ее наверняка уже знаете, фирменная линейка. Жаль, не на всех фотографиях. Видите? Месяц линейка, присвоили эту фотографию. Для чего? Для того, чтобы продать саженец. Это видите, что, знаете, где это продавалось? Сказать? Красноярске. Читайте вверху. Красноярск. И телефон есть. А? Прочти. А знаете, откуда их привезли? Красноярск, это маленькая деревня. Это Москва большая, она маленькая. С Молдавии. А фотографию влепили мою. А вот это абрикос, который вы держите, это правда, он у меня сейчас живой. Он дает такие урожаи. Я только сейчас, я еще раз отвлекусь. Ну, вы сами виноваты. Ну, на кой черт меня было? Я же спал спокойно. Нет, вот взяли, нет бы на этом закон. Зачем было писать, что железо, видите, возмущающие фотографии воруют? Давайте посмотрим, есть смысл их воровать или нет. Смотрите. Вот это один из этих самых, да? Вот. А вот они идут, эти, садовые генералы, вот, авторитетные люди у меня в гостях, да? Журналисты у меня в гостях. Не такой уж я и тупой, что если ко мне едут. Они едут в настоящий сад, понимаете? Настоящий. Вот. А здесь получается что? Смотрите. Ой, где сейчас только там был? Вот. Вот публикация СМИ. Это был настоящий сад. Так? А, нет, вот это, наверное. Да, вот, последняя фотография. Это настоящий абрикос. Про него только мы стояли с этим генералом, я их так называл, гости, ну, то есть, уважаемые гости, там председатель один, другой крупная начальница, вот. Я им показываю, да, стоим возле этого же огромного дерева. Пусть эта фотография 20 лет, пусть она давно украдена. Но вы понимаете, что это привезли с Молдавии, Оля. Почему вы не на мою сторону стали? Почему вы не говорите, караул у Железова с настоящего сада, абрикос, который выдержал и до сих пор, ему 38 лет, примерно, ну, 37, я могу даже наврать 36. Я не помню, одно или двухлетним я его купил у этого, у самого Левицкого, вот. Понимаете, ну, где-то 36-37. Он и сейчас живой, и ему стояли несколько дней назад, и я вам специально показал. На моем канале есть, кстати, там 9 тысяч все-таки подписчиков, а не 4. Ну, не надо цепляться всякой херне. Вот так вот. Нашли чем гордиться. Ну, чего бы там не 9 тысяч было, а 9 миллионов, тогда бы дела бы в стране изменились. Оля. И вот смотрите. Люди по 300 рублей. Ну, Сергей бывало и по 200 уже продавал, потому что никто не берет. А красноярцы вот это, значит, раскупили. Раз привезли, думаете, не продали? Так и самое интересное, что еще перед этим была другая фирма. Эти же молдавские абрикосы продавали. По 900 рублей.
Это все ладно, но она тоже есть 900 зафиксирована. Ну что вы скажете? Ну и что? Они все давно мертвы. Прошло сколько? Год-два от этой, как я сфотографировал, прямо с этого, ну, с экрана сфотографировал. С их этого. Ну скажите мне на милость, это хорошо? Зачем было? Вот это подлинненькая вещь. Он возмущается, его фотографию украли. Да, украли. Но я же не говорю, верните мне деньги или поделитесь подлинненькими этими серебряниками, которые заработали на наивных красноярцах. Ну, ну что вы скажете? Ведь все равно же Юрий Железов, мой брат, заставит вас прочитать. Потому что это вас касается напрямую. Смотрите, сейчас я еще ни одного этого не сказал. Я сказал уже кое-что, но про Платонову. Вот еще одна. Абрикос манчжурский. Я уже были вебинары, вряд ли их видели. Вы брезгливо отворачиваетесь. Это тоже моя фотография. Как только вы скажете, а пусть докажет. Я специально фильм сниму. Там будет мой архив, все. У меня есть эксперты, которые умудряются, глядя на мою фотографию, говорить, с какого телефона, в каком году, в какой день. Я не умею этого, но мне, слава богу, за моими плечами тоже стоит королевская рать. Вот, пусть меньше вашей. И вот получается, что опять, но уже 500 рублей. Видели? А это фотография моя, это мой, это моя школка. Вот. А здесь что? Купить абрикосы. Вы представляете, моя фотография, вот это, ну, большинство из тех, кто видит, они же видят, ну, подписчики, они скажут, это фотография Железова. Не 100%, нет, не 90%, 101% это моя фотография. Кто в процентах разбирается, поймет. Ну, вот так вот. Только лишь бы это продать в эти южные. Молдаване столько завезли туда, ужас, и сколько у людей денег выкинуто. Ну, смотрите, моя фотография. Ну. Ну, дальше, это видите как. Смотрите, моя фотография. Это одна из моих мировых достижений. Извините, скромно говорю, два раза увеличил плоды, исчезли носы. Вот смотрите, какие они были. Смотрите, показываю. Вот. Видите? Вот, теперь сравните. Кое-что умеем. Ниже отдельный фото из коллекции семян. Лек, потомок, фу, блядь. Все понятно. Вот, врать не краснеть. Видели? А это моя линеечка. О, попробуй это. Ну, а дальше дебильные советы. Все наоборот, чем тут. Ну, мы это проходили, вы этого не знаете. Но на всякий случай запомните. Хоть правильное тут написано и неправильное, вот это обрезка на кольцо, обе смертельные. Вопрос, как быстрее умрет. Это я вам говорю, потому что вы можете не знать, и завтра опять скажете отрезать ветки. Вот. Много буду пропускать. Здесь много важнейших тем, мы еще отдельно будем говорить о них. Но мы сегодня у нас именинница, это Платонова. Суперспециалист. О-о-о. А это знаете почему? Даже здесь вы можете что-то подчеркнуть потом, выключить компьютер где-нибудь в удобный день, час, стакан чая, и все это вернуться, почитать. Моя коллекция, мой этот, это только то, что вы видите, это 0,1%. 0,1%, ой, как хочется комментировать все это, вот тут меня действительно послали, тут вы правы. Вот, тут вы правы. Науке это не надо. Видите, мы просто с вами лисы. Вот дебильные эти самые лунные календари, пожалуйста. Вот. Формирующая обрезка, когда нельзя даже к дереву подходить. Даже дышать в его сторону нельзя. А я сейчас все спокойненько. Это, пожалуйста, лунные. Вот. Здесь много научат чему. Это страшная вещь. Да еще когда человек подписывается, что он ученый. Это страшная вещь. Вот, есть и мои, есть не мои, есть все есть. Только я про это столько раз рассказывал, знаете, как это, ой, ладно, так хочется остановиться, но тогда я никогда не закончу, понимаете? Вот, вот только это скажу. Три разных рекламы присадебного хозяйства в разное время года при обрезке зимой, то есть искалечьте и замажьте, мы уже приготовили. То есть
деревья резать, калечить, только для того, чтобы вы купили вот этот вот плакончик. И так осенью, поздней осенью и зимой. Вот. Я еще не все видел. Вот эта подлость, которая преследует нас. Вот тут воюйте. Вот тут скажите, никаких обрезок. А, Ольга? Вот он. А, еще одна. Вот то, что я говорю. Только сейчас была это самое... ну, то, все, повторяться не буду. Вот то была зима, и вот это осень. Опять живица, опять режьте, режьте, режьте. Режьте, режьте, режьте. Вот. Жаль, я не могу сейчас все это прокомментировать. Жаль. Я буду выбирать только Платонова, но может еще чуть-чуть. Потом захотите, все это можно будет. Да, надо увеличить это. Вот так, ага. Все это будет, все это будет. Вот. О, снова Платон. Какой специалист, если бы вы знали. Зря вы ее подставили. Вот они сейчас берут, да, и разрезают вот эту вот штучку. Тут я буду комментировать. Почему? Вы сами сказали, что я их назвал бобрихами. Только попробуйте, найдите это место и пришлите мне. Я сразу извинюсь, вот, но дело в отличие от вас. Дело в том, что я этого правда не помню. Но сейчас они привезли саженец, видите, который был где-то выкопан, поставлен, присыпан землей. Он не рос тут, он не мог тут расти. Никогда бы он такой не вырос, поверьте мне, металлургу. Вот. Так вот, смотрите, как они с ним обращались. Вы же не смотрите, да вам лишь бы найти любой факт, лишь бы только меня изгадить. Видите, режет, режет, режет. Сейчас они будут, смотрите, вот. Вот они готовятся садить, смотрите. Видите? Вот. Приготовлена всякая дрянь, запоминайте. И вы тоже, Ольга, запомните. Корни изувечены. Никаких этих компонентов в яму посадочную ложить нельзя. Корни изувечены. Вам? Говорю, чтобы вы хоть немножко биолог, хоть немножко. Ну пусть вы не хирург, пусть вы вообще не медик, пусть вы даже не медсестра. Возьмите пальчики, или хотя бы умственно, нет, а то я же не садист. Представьте себе, что они кровоточат. Ну, может, сунули куда-нибудь там, не туда. И вот они кровоточат. А тут приготовлена яма с компонентами всякими, там их много, до 5-6 я считал. Вот, так? Это все перемешано, все это полито. А теперь кровоточащие пальцы суньте туда и подержите. Что будет? Даже вы знаете, что будет. Столбняк будет. Понимаете, Ольга? Это, и, кстати, я вам благодарен. Если бы вы сразу извинились, не было бы повода. Но у вас такой, ох, какой известный блогер. Только за счет этой самой внешности привлекательной. Или как там, харизмы. Так вот, суньте туда пальцы и заработайте столбняк. Вот нельзя туда, а там всегда изувеченные. А теперь смеяться будем вместе. Хотите? Эх, потом найду. Жалко, 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 что подряд. Иначе я собьюсь. Короче, дальше было так. Они... А, фильм можете посмотреть. Они отвернулись, повернулись красиво этим местом. Так, и вот это вот было. Я ничего не выдумываю, я же фильм... Вот. И когда они повернулись, где тут это ножом режут? Ага, вот. Повернулись, и только такой, наверное, профессионал, как я, один из 10 или 100, может, заметил, и то призятым взглядом, что они опускали в яму не ком земли, как говорили. Вот. У них ком земли остался в пакете. Они это специально отвернулись и туда... Ну, то есть, по-русски говоря, где-то достали саженец. Достали этот самый сосудик, или как он там, тару. Сунули туда, насыпали земли, притоптали. Потом при выкопке все осталось голые корни. И посадили так, чтобы мы не видели. А потом скажите мне на милость. А долго оно росло? А прошли неделю, год. Это все у них каждый раз, когда они садят. Оля, это все мертво. Вот жалко, что это. Ну там фильм, а я-то для Путина получше снимал. Только они же не доходят до Путина. Дачные феи, признанный эксперт. Эксперты меня сейчас любой дурак называют. Вот. Ну, это я пока пропускаю. Пока.
Вот. Ну-ка, там было слово «глубина посева». А, подлейшая вещь. Глубина посева крупных семян – абрикос, миндаль, сливал, все 5-8 сантиметров. Запоминайте, друзья, ведь я, Оля, вы тоже. Вдруг после этого момента, потому что когда я, назовем ее Ларисой, ладно. Вот, лишний раз фамилию трепать, она ничем не виновата. Она садила, у нее гибли, она садила, так жизнь и прошла. Но когда ее уже поправили, сказали, этот самый, я с этим, с своим другом, все-таки сказал, все равно садите на 5-8. Уже знала, что ошибается, уже знала, не права. Но вот это вот фанаберия, или как еще слово подобрать-то, не дает уже все, уже книга напечатана, уже не вырубишь топором вот эти 5-8 сантиметров. Видели? А это смерть, особенно для абрикосов. Слива терпит, алыча терпит, миндаль не знаю. Абрикосы, груши не терпят, погибают. Видите, для чего? Я вам говорю, я вам благодарен, вы мне позволили лишний раз про это рассказать. Вот. Да, будет опять железо автомат, оскорбляет. Да я за деревья заступаюсь, Оля. Ну. Видите, что я тут черкаю этим? Это ужас какой-то. Вот еще ужас. Лечить такое дерево, не иметь понятия, что даже вот эта последняя несчастная кора, несчастная, уже избитая вся, хоть какая-то защита. Что вы делаете, эти самые? И тут таких, ой, представляете, что делают? Ну как пройти? Вот это ваше, да. Это ваш метод. Как же караул, столько веток. Убрать, понаделать ран, где? Это должно быть наоборот, чтобы вот когда-то вот тут, Оленька, я уж с вами по-добренькому, по-ласково, ну, как с дочкой. Не знаю ваш возраст, но на всякий случай, как с дочкой. Оленька, когда бы посадили дерево, вот тут бы отрезали, вот эти бы ветки бы вот поселились понад снегом. И это есть шанс. Вы знаете, что такое почки, которые мы называем слепые, спящие? Знаете, для сегодня? Они для того, чтобы дерево в любой катаклизме, будучи сломано ураганом, чем угодно, могло выжить. Где они находятся? У основания штамба. Пожалуйста, будьте добры. Откажитесь от этой затеи дурной. Вы и сейчас еще, вы оскорбляя меня, брата, Мичурина умудрились оскорбить, сына. Вы, это от злости, вы просто не понимаете, насколько это все важно. Для начала перестаньте учить делать искусственные штампы. Про это в тех фильмах вы уже знаете, что их нельзя делать. Вы не можете не знать. Вам просто трудно отказаться. Вы сначала замолчите. Просто замолчите. А потом вы перейдете, и у вас будут на ваших этих будет фотографии вот так вот, крест-накрест. Вот это вот. Вот. А люди забудут. Люди у нас добрые. Мы до сих пор не знаем. Для меня Хрущев, допустим, для многих он... Да мы неплохо жили при Хрущеве, кто-то мне говорит. А когда он дал команду собирать налоги с каждой яблоньки, люди яблони рубили своими руками. Мне пришли фотографии, ой, эти письма в архиве лежат. Вот. Два человека рассказывали о своих отцах, плакали. Вот. Рубили и умерли. Тут же умерли. Вот это было. Потому что такие люди были, так природу любили. Вот. И в то время никто не знал, что как дерево, которое нормально растет, у груши очень низкий штамп, у яблони низкий штамп. Вот этот дебилизм, вот этот, вы понимаете, его надо выжечь с огнем, с этим. Но я не удержался, я должен был про Платонова. А потом мы посмотрим в энциклопедии. Та же дурь. Кто имел право назвать энциклопедию? Ну как вам это? Как вам полив? Как вам холм? А? Где вы холмы видите? Я их не вижу, и не вижу, и не вижу. Пока я прохожу. Вот он, центральный корень обрубить, чтобы дерево потеряло морозостойкость. Вместо корня рана. Это все ваше, ваше. Вы же не хотите отказаться. Переходите на мою сторону. На сторону Семижелезова. А я про Хрущева почему говорил? У каждого есть, всякое было. Кукурузу чуть ли не в Архангельске садил. Все было. Но было и хорошее. Так и тут. Простим. Сейчас пробежимся вот так вот. Сейчас осталось, он сам отключится через ровно 4 минуты. Ну ничего. Вот. Сейчас получается, что вы подставили эту самую Платону. Представляете, как она выглядит? Вы подставили Платонову. Конечно, я много пропускаю.
вот кусочки Мичурина, которого оскорбили. Назвать вегетарианизацию за наукой. Вы же ничего не понимаете. Ничего. Вообще. Полный нуль. Понимаете? Ну, это здесь случайно. Я не собирался вас это самое удивлять. А, вот почему я здесь. Дело в том, что мы с Мичуриным, видите, он садовод-любитель, и я садовод-любитель. Похоже? Ну-ка еще раз. Вот. Похоже? Орден славы. Похоже? Вот. Немножко уважайте Мичурина. Похоже? Это мой сторонник Тронуа. Есть такие. Я чуть не упал со стула, когда оказалось, что он на моей стороне. Вот его публикации были. Ой, жалко, я не могу все это вам показать, все подробно. А вот это дебилизм могу. Но это все по ходу. Это не я это рисовал. Вот. Мост строить с двух сторон. Вот это мои эти публикации. Тогда еще в ходу была бумага бумажная. Вот. Покажите мне ваши публикации, я хоть узнаю. Я хоть узнаю, годитесь вы на что-то. И с кем я спорю-то? С каким-то фантомом, который еще неграмотный, страшный, столько грамматических ошибок. Вы назад-то уже не сможете вернуться их исправить. Любой может глянуть. Уже только за это внушает подозрение. А вы кто? А? Маска, кто вы? Как можно? Ну, я еще понял, где-то, может быть, в Казахстане, где-то там учительница русская была казахская, или в Армении. Оттуда много переехало. Вот. Ну, для, если вы москвичка, или даже, может быть, там рядом с Мичуриным жили. Вот. Но это же никуда не годится-то. Ведь уже это безграмотность лютая, она внушает такое доверие. Я же еще, знаете как, вы еще видели, не видели тот фильм? А, нет, я не имею права сказать. Где я вам ловушку приготовил, вашей грамотности. Вот это все, вот это дурь. Школьная программа, вот это дурь. Я с этим воюю, вот тут помогайте. Вот это школьникам внушает дебилизм. А в саду ни хрена никто, ни одного дня. Вот это вот все. Я бы эти книги бы сжег. При Сталине бы эти все сидели бы в тюрьме, как вредители. Извините, я уже чуть ли не сталинистом становлюсь. Так, все, заканчивается. Нет, еще 2 минуты. А потом продолжим. Ой, Оля, что вы натворили? Вы так подставили эту нашу уважаемую, малоуважаемую Платонову. Такое недоразумение. А потом она или вы захотите поспорить? Поспорьте, вот, что вы там, эти самые, что вы там садите, чуть ли не посреди лета, на верную смерть. Я вообще решил ничего не пропускать. Вот, пожалуйста, опять со штампом. А это попалось тут. Это тоже средство массовой информации. Это Тимирязевка, которой вы сказали, я ненавижу. Вот такую ненавижу. Вот за это, за предательство, за подлость. Вот за это, под которое дал вам право вот сейчас говорить, что Железов дурак, а мы будем калечить и будем калечить. Вот за эту подлость, Оля. Значит, повернитесь наоборот на 180 градусов. Скажите, больше мы этого не позволим, мы выпускники. Вот, Тимирязевку и так закрывают. Останется, мало того, еще последняя гирька Железов. Маленькая, но последняя. Помните поговорку? Соломинка переломила горб верблюду. Догадались, почему соломинка переломила? Потому что она последняя. Так, ну, наверное, пока все. И сейчас остановлю и снова начнем. Вот. Раз вы по-прежнему при этом столько пренебрежения. Столько злых слов вместо благодарности, вместо спасибо, что я вас чему-то хоть научил, не извинившись перед Сергеем, не извинившись перед покойным Мичуриным, перед которым вы это даже не...